Морские специальности изучают даже школьники в детском центре «Океан». Он вот уже 40 лет помогает ребятам определиться с выбором будущей профессии. Они изучают необходимую теорию и проходят практику на настоящих судах, в том числе на теплоходе «Клавдия Еланская». Многие мальчишки, да и девчонки тоже, родившиеся в портовом городе, мечтали хоть раз в жизни побывать в открытом море, бороздя водную гладь на большом судне. Или смоделировать собственный корабль и отправить его навстречу приключениям. Исполниться этим желанием помогают в детском морском центре «Океан». То удовольствие, с каким дети занимаются здесь, это очень важно. Ну и, конечно, сама организация процесса. Вот то, что я сегодня здесь увидел, это действительно очень хорошо, когда можно трогать руками настоящий судовой двигатель. Это для мальчишки, да и девчонки, вы видите, занимаются. Это, конечно, это очень важно. В кабинетах ребята изучают историю флота, основу судовождения и шлюпочного дела, а также другие необходимые будущему морскому волку теоретические дисциплины. Но все самое интересное начинается на практике, которую ученики проходят на настоящих судах. Подготовить к ней школьников могут только опытные моряки, но не каждый из них готов и умеет передать свои знания детям. Нам нужны кадры, которые работали в море, которые знают, что такое море, и могут эти знания передать детям, потому что люди готовы идти работать, но когда они сталкиваются с детьми, они не могут передать эти знания. Они прекрасные специалисты в море, они прекрасно знают свои суда и все правила, но именно рассказать это детям возникает проблема, какой-то страх. Несмотря на это, центр вот уже 40 лет обучает школьников морскому делу, готовит их к поступлению в профильные вузы страны. А с недавних пор в «Океане» стало развиваться новое направление – судомоделирование, пользующееся особой популярностью у ребят.